Одні їдять для настрою, а от інші купують. Втім, не поспішайте залишати гроші в магазинах. Послухайте поради Андретана. Тоді й образ зміните, і гроші збережете. С новым добрым утром! С вами ваш любимый домашний дизайнер Андретан. Аксессуары – это то, без чего не может обойтись ни одна модница. Серьги, бусы, пояса, браслеты – все эти предметы гардероба не только дополняют образ, но и кардинально изменяют ваш имидж. Уже ни для кого не секрет, что любое платье можно выручить, ну, например, розочкой. И сегодня я вам покажу, как можно сделать своими руками украшение, которое превратит любой наряд в праздничный. Ни для кого не секрет, что цепи – это модно. Тренд. И великий итальянский дизайнер Роберто Кавалли всегда их использует в своих коллекциях. Хотите украшения, как у Роберто Кавалли, за 12 тысяч гривен? Сейчас вам расскажу, как это можно сделать за 12 гривен. Для того, чтобы сделать наше гениальное колье, нам понадобится вот такого плана цепочки, которые продаются в любом магазине у вас за углом. Все для шитья. А также обычная репсовая лента. Я думаю, что длину ленты можно выбирать так, как вам пожелается. Почему? Потому что ленты чем длиннее по спине, тем сексуальнее будет смотреться ваша спинка. Итак, нам понадобится около 50 сантиметров ленточки. Потом ее загинаем, вернее перегибаем. Отмеряем около 10 сантиметров. Снова перегибаем, закалываем иголочкой и отрезаем еще полметра. Теперь мы отрезаем ровно 10 сантиметров, столько, сколько мы загнули впереди. Так, где моя золотая иголочка? Вот она. И фиксируем это все, желательно по краешку. Вот что у нас получилось. Прекрасное украшение из репсовой ленты, нескольких цепочек и старого бабушкиного способа иголки с ниткой. Я думаю, что получилось не хуже, чем у Роберто Кавалли. Правда, за недорого. Если вы это украшение оденете на старый гольфик, то поверьте мне, ваш повседневный образ превратится в праздничный и нарядный. Аксессуар у нас получился в роковом стиле. Ну а если вы романтичная натура, предлагаю добавить вам вот такой пикантный цветочек. Ну а если это украшение надоело вам как украшение, предлагаю его использовать как праздничный костюмчик. Будьте модными, но при этом оставайтесь верны своему стилю. С вами был ваш любимый домашний дизайнер Андретан. Увидимся совсем скоро. Пока!